Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Брызгалин Аркадий Викторович. Я руководитель группы компаний «Налоги и финансовое право». У меня к вам вопрос. Вы намерены составить договор, подготовить для своего руководства соглашение или контракт? А знаете ли вы те условия, на которые очень внимательно смотрят налоговые инспектора, приходя к вам на проверку? Что необходимо учитывать, что необходимо усиливать и на что необходимо акцентировать свое внимание, когда вы работаете с договором? Именно сегодня мы поговорим с вами о тех практических ситуациях, которые могут существенно сократить налоговые риски для вашей будущей работы. Смотрите на видеоконсультанта.